понимаю, это недостаток информации. Это отсутствие достаточной прозрачности вокруг того, какие участники вот, собираются вкладывать свой труд или свои финансы, кто инвестирует, в каком размере, на каких условиях. Далее не видно, что проводились какие-то открытые прозрачные тендеры. Как он проводился, каковы участники, почему выбран был тот или иной участник или инвестор. И, наконец, вызывает вопрос, в общем-то, по имеющейся информации, почему вот был привлечена германская фирма в качестве инвестора. По моим данным, за спиной у этой фирмы всего лишь 25 тысяч евро в качестве уставного капитала. В общем-то, как эта фирма будет способна получить достаточный капитал, вот, скажем, кредит в банке, чтобы инвестировать, на каких условиях, опять-таки. Такой же вопрос и к британской фирме, которая заявлена как инвестор. Эта фирма создана была, по моим данным, я провел поиск, была создана в прошлом году, и даже еще не представила ни одного финансового отчета. Один из учредителей этой фирмы вложил в уставной капитал всего лишь 99 паундов. Опять-таки, мне кажется, очень трудно ожидать какого-то серьезных инвестиций со стороны такого рода фирмы, стартапа, если только за спиной не стоят какие-то другие акторы, у которых есть деньги, но почему-то они предпочитают оставаться в тени. Если есть такие инвесторы, которые действуют за спиной этих фирм, то почему они предпочитают оставаться в тени? Вот. И потом на кого возлагать ответственность, если проект пойдет, в общем-то, не так, как ожидается.